Что делать? Тодоренко в панике из-за проблем со здоровьем. Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Инстаграм. Кормящая мать Регина Тодоренко пожаловалась на плохое самочувствие. Регина указала, что это очень мешает ей в работе. Звезда экрана не может позволить себе больничный, так как от нее зависит сотни людей. Заболела. Танио? Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, всего лишь готовлюсь к косплею, у меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов. Я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы. Рассказала Регина Тодоренко. Она отметила, что если заболеет, подведет кого-то на десятки тысяч долларов. По словам телеведущей, она почти не болеет, поскольку годами закаляла организм. Уже лет 10 мой иммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можно чаще отправляла себя в стрессовые ситуации, чтоб с каждым днем становиться устойчивой. То прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякую дрянь, чтобы закалить свой организм. Заявила Тодоренко. Публикация фотографий из Инстаграм. Вместе с тем супруга певца Влада Топалова подчеркнула, что на иммунитет кормящей мамы это не распространяется. Что делать? Горло режет, насморк и упадок сил. В панике обратилась к подписчикам Регина Тодоренко. Поклонники тут же засыпали звезду советами о том, как побыстрее прогнать хворь. Теплое обильное питье, чай с облепихой, липой, лимоном или имбирем, мед и хороший крепкий сон. Нельзя так с собой. Нужно во всем знать меру. Ты нужна своему малышу здоровой. Лимон целиком и многогубного воды пить. Кому-то ромашка с куркумой заходит, кто-то витамином С заправляется. Еще полоскать горло каждые 30-40 минут, то ромашкой, то содой с солью, и нос постоянно пшикать морской водой. Прокомментировали пост Регины Тодоренко пользователи соцсети. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Слабое дитя. Беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз. Отношения со сроком годности. Собчак и Богомолову пророчат расставание после свадьбы. Знаменитая модель с Елизаветом возмутила народ переделанной фигурой. Измазанную маслом и раздетую до трусов Кандилаки умоляют остановиться. И многое другое.